Ереван практическими действиями выстраивает союзнические отношения с врагами РФ в лице США и Франции. Как передает Ахар Ас, таким мнением поделился российский общественный деятель, политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. Очевидно, что более сильная армия Азербайджана в ближайшее время вернет всю оставшуюся территорию Карабаха. Наиболее вероятно, что это произойдет через 3 года. Но не исключено, что это может случиться и раньше. Армения вполне может потерять и другие территории, которые сейчас входят в ее состав. Раньше Ереван рассчитывал на Москву. Но Россия отказывается воевать против Азербайджана из-за интереса Армении. Москва в этом вопросе предпочитает занимать нейтральную позицию и даже больше склоняется в сторону Азербайджана. Не говоря уже о том, что по сути на стороне Баку большинство членов АДКБ. Не только Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан – страны с мусульманским населением. Даже христианская православная Беларусь за Азербайджан. Минск в карабахском вопросе склонен поддерживать Азербайджан. И в этих условиях, когда Армения не может вместо себя отправить воевать российских солдат, она решила привлечь французских и американских военных, сказал российский эксперт, политолог Сергей Марков. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.